мужики, всем привет! Вот в какой обстановке приходится работать. Сейчас тут видосик записывал. Вот такой вот видеоответ Сергею тому самому. Вот так вот отдаляюсь. Вот. Вот таким вот таком вот приходится в бардаке работать. Пока там записывается, тут варится, томится. И ролики пишутся. Вот так вот и живем. Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, решил я записать видео. А точнее не видео, а скорее всего это будет видеоответ одному моему подписчику Сергею, у которого есть свой канал, где он строит себе погрузчик. Погрузчик необычный. Ссылку на канал Сергея я оставлю в комментарии закрепленном под видео. Ну, наверное, в описании. Нет, скорее всего в комментарии. Кому интересно, обязательно переходите по ссылочке на канал Сергея и, соответственно, подписывайтесь, оценивайте его видео. Сами знаете как, человек старается. Вот. Ну, почему все-таки, к чему это все? Значит, Сергей поставил тоже реверс-редуктор от СЗД, да, от инвалидки, реверс-редуктор на тракторок, но он добавил еще две звезды дополнительно, то есть понизил скорость еще больше, чем делают многие, да, как делают многие. Вот, ну не знаю, мне стало интересно, я написал Сергею, попросил снять короткий ролик. Вот, он этот ролик снял для меня, рассказал, какие звезды, сколько зубов, какие редуктора, какие, значит, шкивы стоят, чтобы можно было посчитать приблизительную скорость будущего погрузчика, чем мы сейчас и займемся. Итак, давайте же все-таки посчитаем. Я это все дело уже сделал, понабрасывал, так сказать. Есть у меня некоторые расчеты, но сейчас напишу, чтобы было более-менее понятно, как это делается, если кто не знал, а может не хотел знать, теперь будет интересно, да, узнать скорость своего трактора, погрузчика, да любой техники, можно узнать, даже велосипеда. Итак, что у нас, как у нас это все будет происходить? Есть у нас двигатель, да, ДВС. Двигатель обычно мы используем, да, обычные китайские мотоблочные двигателя. Неважно, сколько лошадиных сил в нем. Ну, по документам, вроде бы, якобы, не знаю, почему так, но считают, что максимальные обороты двигателя 3600. 600 это максимальные обороты, но многие считают, что номинальные обороты, номинальные, да, рабочие обороты, где будет он и не в разрыв идти, и горючки будет жрать в меру, это 3000 оборотов. Не знаю почему, ну многие так считают. Я не специалист, не эксперт, но тем не менее, возможно, это для того, чтобы проще было считать. Вот, 3000 оборотов в минуту делает двигатель. Если у кого-то стоят там жигулевские, аковские двигателя, да, с каких-то автомобилей, там уже, понятное дело, свои обороты. Но мы будем считать мотоблочный двигатель. Полный газ, 3000 оборотов. Вот. Мне стало интересно, значит, с какой скоростью уже все-таки у Сергея поедет погрузчик
на четвертой передаче прямой, да, все знают, что коробка, четвертая передача это прямая идет. Так, значит, Сергей пишет, пишет, что у него стоит шкивы ГАЗ 66, это и обычный стандартный шкив на 80. То есть, что мы делаем? Мы 250 делим на 80 и получаем вот такое вот число 3,125. Это редукция, да, то есть понижение. Понижение оборотов. Вот, значит, 3000 я буду делить на 3,125. Это шкивы. Далее, после шкивов у нас идет КПП, коробка. Прямая передача, четвертая. Значит, делим на единицу. После КПП Сергей говорит в ролике в своем, что стоят звезды. Звезды 14 и 19 зубов. Значит, 19 делим на 14, получаем передаточная 1,135. Вот. Дальше идет редуктор, реверс редуктор от инвалидки. В нем шестеренчатая передача идет, понижение уже. Там идет понижение на шестернях в 2,136. Это вперед, которая шестерня. Заднюю мы сейчас не считаем, не берем во внимание вообще. Вот это реверс сам. Дальше из реверса идет выход на полуоси самого редуктора. Надеюсь же, дифференциал заваренный, как положено. Вот. На полуосях стоят еще две звезды у Сергея. Он говорит, 21 и 42 зуба идут уже на кардан. То есть понижение идет в два раза. Вот теперь считаем это понижение тоже в два раза. Это на звездах. Далее кардан у нас крутит редуктор в мосту, на котором тоже есть главная пара, и там и тоже идет понижение. Понижение скорости. В данном случае у Сергея стоят редуктора 0,1. Там идет у нас 4,3 раза понижение. Вот. Все это дело делим. И получается у нас 38,71. Оборота в минуту сделает полуось. Вот такое количество оборотов в минуту. Далее, что нам нужно узнать? Знать нам нужно следующее. Нам нужно знать диаметр колеса. То есть есть колесо, здесь я нарисовал, да? Есть вот диаметр колеса. Сергей говорит, что у него оно 63 сантиметра. В метрах это 0,63 метра. Чтобы узнать окружность колеса, значит, мы берем эти 0,63 метра. 0,63 метра. И умножаем на число пи, которое равняется, это у нас 3,14, да? И еще миллион знаков после него. Вот. Что составляет окружность колеса 1,97. То есть это у нас окружность колеса, самого колеса. Вот. Далее, зная окружность, ручка не пишет, окружность колеса. Вот, зная окружность колеса, мы можем посчитать, сколько метров в минуту проедет трактор. В данном случае погрузчик.
Значит, берем, значит, вот эти вот 38,71 оборота, умножаем на 1,97 на окружность, и получается, что у нас трактор в минуту проедет 76 метров 25 сантиметров. Вот, это проедет, значит, метра в минуту. Вот. Я думаю, понятно, да? 76 метров 25 сантиметров трактор проедет в минуту при вот этом вот всем значении. Теперь нам надо узнать, сколько же это в километры в час составляют. Мы же привыкли все-таки мерить скорость километрами в час, да? Берем 76 25, в часе у нас 60 минут, поэтому умножаем на 60 минут и делим на 1000 метров, то есть что равняется 1 километру. 1000 метров — это 1 километр, да? Это 60 минут. Получается у нас вот такая вот интересная цифра. 4, 6, 7, 5. Это километра в час. Вот она, скорость трактора. Это приблизительная скорость в полный газ, будем так говорить, да? Но двигатель не в разнос, а именно вот полный газ, когда все это дело тарахтит, чувствуется мощь двигателя. Вот она, эта цифра. Четвертая передача. Средняя скорость человека, это 70-80 шагов. Что равняется приблизительно 5 километрам в час. То есть это не медленный шаг, не быстрый шаг, а спокойный средний шаг. Как такой шаг, каким мы ходим в магазины, да, на прогулки и так далее, и тому подобное. По своим делам, грубо говоря. Вот самая такая интересная цифра. Не знаю. Ну, на первой передаче я уже, конечно, тоже тут посчитал. Все это, соответственно... Первая передача будет составлять полный газ 1,2 километра в час. Это первая передача, мужики. Так, ну и холостой ход, да. Мы привыкли подразумевать, да, так это для себя, что это 800 где-то 1000 оборотов в минуту. Ну, соответственно, вот эти цифры делим на 3, что здесь, что здесь. Здесь где-то получается на холостом ходу где-то 1,5 километра в час примерно. Это не точно, это приблизительно. Это четвертое, это км в час, это при 1000 оборотов в минуту двигателя ДВС. Ну и на первой передаче это будет составлять 0,4, то есть 400 метров в час. Вот так вот км в час. Почерк, конечно, у меня то, что надо было идти на врача учиться. Это у нас, значит, четвертая. Так, передача. Это у нас первая передача. Вот такая вот скорость погрузчика получается интересная. Так что, кому непонятно, я думаю, понятно. Взять номинальные обороты двигателя, разделить на всю редукцию по пути к самим колесам, к полуосям, какая она встречается. Получаем обороты
в минуту самой полуоси, узнаем окружность колеса простым способом. И еще проще, можно просто его замерить рулеткой для более точного, да, расчета. Узнаем, сколько проедет трактор либо погрузчик метров в минуту при такой редукции. Далее высчитываем километры в час. Вот и все. Ничего сложного нет. Формула простая. Как-то так. В общем, заходите на канал До Сергея, подписывайтесь на его канал, комментируйте его видео, что вы думаете по этому поводу. И по этому поводу тоже, что вы думаете, пишите в комментарии. Сереж, вот они твои расчеты. Было просто очень интересно. Такого я еще не видел действительно в Ютубе ни у кого. Ты вот единственный первый, кто так занизил погрузчик. Хотя я не являюсь специалистом по погрузчикам, но скорость, она и есть скорость. Так что, мужики, всем пока, всем удачи. С вами был Санек. Еще увидимся.